В парке Ривьера теперь еще оживленнее. Каждый день с утра до вечера открыта новая площадка. Она работает всего 2 дня, но тут уже появились постоянные посетители – дети и их родители. В этом месте каждый может найти себе занятие. Дети играют, в то время как их родители узнают много нового о воспитании от профессиональных мам. Настроение шикарное. Настроение праздника. К нам приходят в гости мамы со всей страны. Это и мамы Сочи города, и мамы те, которые приехали на отдых. Мы с удовольствием с ними со всеми общаемся. Собираемся у нас на нашей площадке. Здесь дети играют. Мамы делятся опытом. Мамы знакомятся. Я думаю, что они продолжат общаться и уже в интернет-пространстве. Мамафест уже прошел в нескольких городах России. Многие участники поддерживают контакты до сих пор. На этом фестивале можно и пообщаться с опытными педагогами. В день площадку посещает около 500 человек. Сейчас мы в Сочи, мы были в Нижнем Новгороде, мы были в Москве, мы будем в Москве, мы были в Петербурге. То есть у нас очень-очень большая география. Были недавно в Перми. Вот, к нам приходят родители, они безумно довольны, потому что, естественно, это все бесплатно. Дети отдыхают, дети развлекаются. И мамы получают также подарки от нас. Мамафест будет проходить до 16 августа. Вход для всех бесплатный. Принять участие в фестивале можно с 11 утра до 8 вечера. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.